Бывший помощник Романа Абрамовича в Челси Кристиан Парслоу считает, что ведущие сборные Европы должны бойкотировать чемпионат мира в России, чтобы выразить оппозицию президенту страны Владимиру Путину. Если три ведущих футбольных страны, которые котируются букмекерами как полуфиналисты ЧМ, посчитают, что ничем не вызванная хамская атака России на НАТО заслуживает присоединения к английскому бойкоту, то это разрушит привлекательность турнира и навредит популярности Путина больше, чем экономические и дипломатические санкции. Наше государство не может придумать лучшего способа разъяснить российскому народу сущность Путина и объяснить, что здравомыслящие граждане всего мира думают об этом, цитирует Парслоу Mirror. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила богатым россиянам, живущим в Англии, проверками и репрессиями. Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Британские чиновники угрожают Абрамовичу и Усманову, но Челси и Арсенал могут не волноваться, будь в контакте со спортом.